И так мир к ним ходит туда-сюда. Они сейчас местоположение меняют. Почему? Ударил Женю, обернулся, уже нет Оксаны, сдерживай. Оксана вернулся. Ну-ка, ух ты, вот ты, блин. И каждый раз ты должен оценивать местоположение нам по-новому. А, то есть все вроде все? Так все, в тройках работают, все, приготовились. Поехали! Начали! Держи повыше вас! Не надо бить одного очень долго. Эти 3-4 удара нанесли, там уже Оксана проснулась, обиделась, злая, рассерженная. Хотел сказать, сексуально неудовлетворенная, но это другой ситуации. Вот она тебе все завелась, ее толкнули, в нее обида. А вы там увлекли, бьете. Оксана берет бутылку, подходит сзади и хлопла. И никакая нахрен самооборона не нужна. 110%. Это 100%. Понятно, да, там двоечка, раз, два, посмотрели, нет ли там этого человека, развернулись, бух ударили, тут же к этому вернулись. Запугали, подошли побыстрее. Внимание, и маловато эмоций, у нас есть камера, она записывает. В Ютубе должны получить хороший материал. Поэтому приготовились с эмоциями, со словами, с быстрым переключением одного на второго, поехали. Меняемся в группах.